Смотрите, какая малюсенькая корзиночка. Ой, точно. Ой, какая кьют. Так классная. Ко дню влюбленных уже выставили игрушки, шоколад всякие. Смотрите, медвежат, обезьяна какая огромная. И такой поцелуйчик у нее, посмотрите. У обезьянки на щечке. Так, еще конфеты. Ага. О, смотрите, что сделали. Как будто бы держит юбку, поднял мышонок девочки. Вон как они зал нарядили. Много народу будет, стульев много. Вон Света идет. Наташа. Вы видели Олю? Будем в МНЖ. А, это важно. Такие брошюрки дают со списком выпускников. Так, ага, хорошо. Наташа, покажи, где там она. А, тут пишут, кто будет поступать. Ага. Все профессора. Понятно. Олю видишь? А, вот она. Обратите внимание, как разукрашены шапки. Девочек. Я не знаю, мальчишки тоже разукрашены. Сейчас пойду. Четыре сестры встанем, ты нас смотришь. Ой! Ой, пойдем вот сюда. Сейчас я вам покажу, мы вот в этот ресторан приехали, сейчас я вам спереди его сниму. Так, вот этот ресторан называется «Рыбная кость». Сейчас я вам покажу, как будет внутри. Пойдем отметим выпускной Оли. Смотрите, ручка какая рыба. Давай. Ну так рыбкой пахнет в этом ресторане. Так темно. Очки темновато. Ага, сейчас. Дали нам, пока мы меню смотрим, нам дали водичку попить. И вот такой вот, как булочку хлебец с маслицем. Она порезана прям. Порезана даже? Хорошо. Это мы аппетайзер заказали. Это креветки. Света заказала бутылочку шампанского. Мы с Митосом будем говорить. Интересный напиток Оля заказала. Это точно. И она будет открывать. Сейчас будет. Это запах, как будто вы в бане находишься. Вот. Как будто
burning wood, like this. Свет вам баню построить там у вас. Yes, yeah, I did. И там вишенки у тебя или что такое? Yeah. А это вообще? А что это такое? Это бурбон. Бурбон. Бурбон, right? Yes, бурбон. И это наш Наташа. Салат с маковой Наташа. Там несколько видов роллы всяких. Хочешь лобстер бить? И какие-то там... А что у тебя там? Робстер. Сок какой-то. Да? Да. Это как этот, лайм. Вот. Мальчик у нас пьёте! Чёрт.